В знакомом горожанам доме номер 2 по улице 3-го интернационала в Ульяновске вовсю идет реконструкция. Многие живут здесь еще с момента постройки дома. Да, вот эти три дома, они построены для работников речного порта. Здесь давали, большинство получали малосемейки, то есть, например, семья из 3 человек. Если у кого было больше 3 человек, давали квартиры. За долгие годы реконструкция дома проводилась несколько раз, однако сделанная в 2009 году оказалась неудачной. Поэтому жители дома долго боролись за повторное обновление. В 2022 году была подготовлена новая документация, а в апреле 2023 начались работы. В этот раз при проектировании использовали исторические чертежи и документы, сохранившиеся у одной из жительниц с середины 50-х годов прошлого века, когда велось строительство дома. И в центре города просто невозможно, чтобы такой, ну, не очень, так сказать, некрасивый дом стоял. Должна быть архитектура-то красивая. Если посмотреть чертеж, там сандрики, русики, ну, все это расписано. Архитектура-то какая. Благодаря активности председателя дома дополнительно меняют и водосточные системы. Подрядчики уже убрали старую штукатурку, сейчас наносят декоративную штукатурку, а потом покрасят фасад. Восстановят и декоративные элементы фасада, карнизы, колонны и обрамление входов. На данный момент работают 8 человек. Пока все идет по плану. В сроки укладываемся. Взаимодействие с жильцами, с фондом модернизации ЖКХ. Все есть, все понимание есть. Работы ведутся каждый день практически. По плану работы должны завершиться в сентябре, но подрядчики надеются сдать объект уже в августе. Будем надеяться, что вскоре знаменитый дом с пельменной в центральной части города снова станет украшением Ульяновска. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.